Всем-всем здравствуйте. К будке вот приделала вот такие вот светильнички, которые дневного света заряжаются, ночью светит, но их сдувает. То есть и купила два вот таких вот, тоже на солнечной батарее. У меня вообще для подсветки лесенок, но я их примастырила вот над входом в будку. Две штучки. Вроде бы держится очень крепко. Крепление в комплекте были, то есть где его прикрутила, они самостоятельно не зарядятся. Девушка, вам же нужно ночное освещение, да? Как без него-то? Сейчас за день зарядятся и уже вечером посмотрим. А, выглядят так вот симпатичненько и держатся очень даже крепко. То есть подергала, подыркала. Будем освещение проверять. Да, обязательно надо будет проверить. Ну вот, еще пока даже не стемнело. Вот какое небо. Смеркаться начало. И вот уже так вот светят фонарики. В принципе, довольно-таки я. Сейчас еще подожду и через час где-нибудь сниму, когда уже совсем стемнеет. Мне нравится эффект. Ну и вот почти стемнело. Да, Даня, уже почти стемнело. И вот как они светят. То есть у меня вспышки нет. Все же вот такие вот лучики дают. Кысуль, как тебе подсветка? Мне нравится. То есть вход в будку освещается достаточно. Я думаю, никто не заблудит. Ну и просто то, что видно. Так, вот сейчас отойду. Вот так вот выглядят эти фонарики. Ну, вот как я видела обзоры, что очень хорошо для освещения ступенек. То есть это у кого вот темно, там на веранде где-то, чтобы в туалет ходить, у кого туалет на улице. То есть, в принципе, очень удобно. Вот. В общем, освещение продолжается. Я думаю, скоро угомонюсь. Денег уже не хватит. Всем хороших покупок, удачи и счастья.